Всем игрокам традиционного сочинского турнира за 50, самому старшему 73. Они не профессиональные футболисты, просто любители и болельщики еще советского футбола. Это люди разных профессий, взглядов, убеждений, но на поле они объединены желанием играть, атаковать, нападать и, конечно же, забивать. Вам это надо, чтобы мы показали молодым, что мы можем еще, мы еще не списанные люди, мы можем играть в футбол. Это люди, фанаты футбола, которые любят футбол с головы до ног, будем так говорить. Которые бросают все свои дела, все свои как бы заботы. И вот сегодня им всем под 60 лет, 55-60 лет, приезжают сюда, чтобы как бы получить удовольствие. За звание чемпионов в этом году боролись 4 команды. Сборная Лазаревского района «Авангард», «Коммунстрой», команда ТОСа «Гагаринский», а также команды Завокзального района и «Дружба». В таком составе старшее поколение города собирается второй год и посвящает турнир заслуженному тренеру России Василию Васильеву, который успел внести лепту и в сочинский футбол. Сын и внук известного советского полузащитника и нападающего, а также профессиональные футболисты и всегда лично присутствуют на турнире. Это приятно. Приятно, что не забывают людей прошлого поколения, которые на самом деле внесли лепту в сочинский футбол. Первый матч «Коммунстрой» «Авангард» завершился со счетом 2-1. Во втором матче команда Завокзального района уступила «Дружбе». Счет игры 2-0. Большое внимание на очки игроки не обращают, отмечают. Здесь главное упорство и соблюдение многолетней традиции. Дату и место следующей встречи ветераны уже наметили. Татьяна Нагорская, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.